Наше с вами третье включение. Заканчивается матч «Динамо-Киев-Металлист Харьков». Арбитр добавил одну компенсированную минуту к основному времени первого тайма. И сейчас, видимо, прозвучит финальный свисток первого тайма. Да, точно. И опять-таки мы видим заснеженные трибуны в Киеве. А вот и Владислав Ванат, забивший второй гол. А Буяльский на 20-й минуте, напомню. Вот он как раз уходит с поля. Открыл счет великолепным ударом со штрафного. А вот и прекрасная картина киевского стадиона «Динамо», заснеженного вверху. И вот, обратите внимание, первый тайм 2-0. И владение мячом, конечно, в пользу «Динамо» 59-41%, удары 6-0. Это вообще, а в плоскость ворот 5-0. Впрочем, на перерыв. И это одна из, признаюсь, моих любимых рубрик. Смотрим вместе.